С экологической миссией на Галичью гору ездили представители областного молодежного парламента. В заповеднике они убирали мусор на пляже и в лесу на Морозовой горе. Эта акция не только доброе дело для природы и отдыхающих, это еще укор и урок. Молодежь надеется, что их энтузиазм заставит кое-кого задуматься, так ли хорошо они относятся к природе. Мы вообще призываем народ и жители Липецкой области, гостей относиться с любовью, не оставлять мусор в неотведенных местах. Надеемся, что наша уборка поможет, может быть, многим посмотреть на это и перестать меньше плохо относиться к природе.